Hey. Так. Рабочая площадка Гамма. Давай, есть какой-то телепорт у меня здесь. Система пещер. Отсюда надо идти. Пещерный прорыв. Чё, вот здесь? Мы пойдём сюда. Когда ты эту игру закончишь? Да... Когда-нибудь. Пойдем попробуем сюда сходим. It's an honor, director. Тут вот есть из пещерного прорыва какое-то одно ответвление. Обычно сюжетные игры, ну там, типа часов на... Не намного. Наверное, из-за DLC. Или из-за того, что я все читаю. Я не могу, да, туда забраться? Вот в чем прикол. Понял. Или я должен был оттуда свалиться? Ладно, пойдем обратно. Ну, самой игры тут не так уж много, но текст, конечно, дохера. Так, система пещер. Ой, поел, а теперь вообще еле сижу. Так, я могу теперь это взломать, да? Или не могу? Могу. А я не могу, да, сюда так просто зайти? Наверное, надо через... Туда. Research сайт гаммов, да, мне вот сюда надо. Здесь я, судя по всему, даже и не был. Чекпоинт. А теперь могу сюда залезть. Да, я здесь был. А как мне это раз... А, нормально. Лут, лут, лут. Это тупик. Ах ты же мразь, ты кинул в меня. Молотком. Не достанешь, не достанешь.
Не, ну мог меня молотком докинуть. Бу, ты откуда тут взялся? Дружаня. Ёб твою мать. Понял, надо платформингом заниматься. Да, я себя был. Иисы проникли сюда. Основание захвачено. У меня не было ни времени, ни выбора. Я собрала все комплекты C4, которые смогла, и привязала к гвоздю. Бабах. Бада-бум. Отчаянный ход. Но, наверное, лучше его разрушить, чем отдать врагу. Что на месте? Тренч точно был бы не в восторге. Он всегда говорил, что гвоздь очень важен, что долг всего бюро его защищать. Ерунда. Годы в директорском кресле заставили его поменять приоритеты. Булшит. Под конец он ставил порядок выше людей, а совета невидимых голосов ценил больше советов старых друзей. Он забыл, кто он такой. Тут совет постарался. Но я выполнил свой долг. Если не смог возродить кучу дымящихся обломков. Это мое последнее решение как главы оперативного отдела. Теперь мне конец. А поэтому он сломан, и мы его... По крайней мере, я заберу этих уродов с собой. Это поэтому он... Так это Маршал взорвала гвоздь? И о чем она только думала? Опять этот фокусник. Бля, еще и замес. Они кидаются в меня как молотками. Там еще и снайпер. Он куда он делся? Козлина. А вот. Бля, больно бьет. Бля, серьезно? У меня снайперы, да, выебали? Бежать теперь опять туда? Отстой. Ах!
сейчас опять убьют. При этом у вас вообще какие-то бомжи. Потрясающе. Как их контрить-то правильно? Они в мили подходят, кидаются. В натуре, что ли, щит ставить? Или не блинкаться, как угорелые? Давай, ладно. Спокойно, подошли. Тут места мало, конечно, для замес. Ёб твою мать, опять он. Так, этих двоих разъебал, ладно. У меня энергии даже не регенится в этот момент, я понял. Снимается. Ну ладно, в этот раз за говняк. Придурочный. Я ему посрать на эту штуку. Так, снайперы должны быть, да? Вон снайпер. Иди в жопу. Вроде все очистил. Так. Ничего нет. Это шорткат, да? Да, это шорткат я открыл. Ну,
чекпоинт. Так, куда надо? Я здесь был, только снизу. Теперь мне, наверное, поверху, наверное, дайте. Deep Cavern. А туда я не долечу? Чисто по высоте. А, нет, долетал. Crossroads. Или это сейчас выход тут сверху, который я тогда видел? Да, это он? Нет, не он. Не понял тогда. Ну, пойдем, ладно, по мере поступления. Это директор. Мне здесь срочно нужна помощь. Так, что это за нахуй? It's an honor, ой. Страшно ты тут появился. Сейчас замес будет, да. Вот. Так, вот этот говнюк. Надо хилку валить. Там снайпер. Да скотина. Еще жива. Гений. На переделку встал. Так, надо вон туда. Ну, собственно, где я сломал, да. Что там? Бля, там смерть с виду. Вообще есть короткий повяд. Сейчас его дать понять. Начинается издалека? Нет. Одновременно и начало. Можно до центра, да, пройти.
Ну вот последняя колонна. Замерз будет? Отлично. Вот и последний. Ну, let's go. Не верится, что гениальный план Маршалла был взорвать гвоздь. И она еще считала, что я не готова. Ну, тупая. Просто. Просто. Твою мать. Но это же был последний. Я ведь его починил, разве нет? Гвоздь, уйти, конец. И опять, да, помог Исам. Все ломается. Что происходит? Что происходит? Надо идти. Господи. Я теперь кристаллы за место этих монолитов доделаю. Кажется, не долечу. Лечу. В натуре все падает. Долечу, блять. Ну вот, слава богу, есть выход. Я думаю, что-то не долечу. Что, черт возьми, такое? Все должно быть было исправиться, а не наоборот. Эмили разберется. Надеюсь. Слушает голоса в голове, а потом думает, что за хуйню я сделала? Пирамида. Новая миссия. А вот я и вышел сверху, да, отсюда? Я вон туда. Подруга, что тут происходит? Что вы сделали? Почему началась эта тряска? Я надеялся, вы сможете мне это объяснить. Я завершил 4 ритуала, как сказал мне совет. И это должно было остановить астральный прорыв. Но он остановился, и гвоздь полностью восстановился. Но появилась новая проблема. Анализ гвоздя показал, что он буквально является частью астрального измерения. Или, возможно, неким сосудом, содержащим в себе астральное измерение. Или и тем, и другим. Как бы там ни было, сейчас два измерения вибрируют на совместных несовместимых частотах. Отсюда громадное пространственное трение. Оно может уничтожить оба измерения. Я все испортила. Может быть, Маршал была права, и надо было уничтожить гвоздь. Не надо было его чинить. Но тогда астральное измерение продолжало бы прорываться сюда. Иногда сразу сложно понять правду, Джесси. Нам нужно больше информации. Нет. Я должна все исправить. Немедленно. Я просто... Кто-нибудь придумаю.
Нам стоит сначала придумать план действий. Источник толчков находится прямо под нами, но мы ведь не знаем. Вот отлично. Я спущусь вниз и выясню, что там происходит. А вы пока делайте здесь, что можете. Джесси, вы ведь не можете? Я должна, Эмили. Я ведь директор. Это моя работа. Алло, директор? Добраться до низа гвоздя. We're gonna die. Надеюсь, я знаю, что я делаю. That was just the top of the nail. Была только верхушка гвоздя. Насколько же основание уходит внутрь? О, тут что-то есть. День 118 со дня входа. Я изменился, хотя не просто сказать, как именно и почему. Мне больше не нужно устройство, чтобы увидеть вены дома, услышать его дыхание. Я чувствую его пульс своими босыми ногами. Я забавил на стены собственные рисунки, пытаясь решить загадку, которую старейший дом нашептывает мне. Но когда я это делал, приходится прятаться от идов. Они за мной охотятся. Я их не виню, так как приказала колонна. Даже бедный Адам больше меня не узнает. Я провожу много времени, изучая гравировки на дереве и его корнях. Вы знали, что раньше этот город был лесом? Любопытно, как в то время выглядел старейший дом. Был ли он другим или всегда стоял здесь? В виде офисного здания 21 века, с незапамятных времен. Может ли подобное место предвидеть будущее? Может ли менять кожу? Может ли странствовать? Менять кожу? Я всегда думал, что эзотерика — это для моего отца, а не для меня. Но сейчас, в этом священном месте, я наконец понял истоки его преданности и благоговения. Ну, просто они, наверное, взяли художника, которого умеют рисовать. Не внутреннее пространство, а типа скалы, всю хуйню. Да и проще скалы, всю хуйню рисовать, потому что там ассеты готовы. Ёб твою мать. Как это вообще в здании, да? Вся локация. Вот основание. Старейший дом. Хуйня. Кристаллы могут прости. Тут растут как ненормальные. Как будто пытаются меня остановить. It's a trap! Отпусти, блядь. Астральный скат, блядь. Давай что-то послушаем. Зайцев одним выстрелом. Я пыталась выбраться после детонации, но тут из ниоткуда возник астральный скачок. Я выбралась, но мой рук поврежден. Готова поспорить на годовую зарплату, что этот совет постарался. Мы ведь никогда даже не встречались. У них слишком много власти. Над Тренчем, над Бюро, над домом. Они вмешиваются во все важные дела. Но малютка C4 может все исправить. Двух зайцев одним выстрелом. Боже, какой бардак. Но я остановил ИСов. Мне удалось. Если Фейден сделал свою работу, Бюро безопасности до следующего происшествия. У Джесси есть причина ненавидеть Бюро, но, возможно, именно это нам сейчас и нужно. Малютка C4, да. Она не пойдет по тому же пути, не попадется в те же ловушки. Она пойдет своей дорогой. Вот мой последний урок, директор Фейден. Спасти всех невозможно. По факту. Астральная сущность. Простите, какая досада. Астральные субъекты тени ведут себя враждебно, очень грубо. Мы не можем руководить поведением во внешних неастральных регионах. Описание, скрещенные пальцы. Тут же, да, я заметил, что они между собой воюют.
эти вот астральные сущности и ИСы. Астральные шипы — это структурные сущности, найденные в астральном измерении. Их существование было впервые подтверждено, когда в наше измерение через разум астралнафта попал одиночный шип. Смотрите, один Гибсон в отчете жопы. Астральные шипы, похоже, существуют вне физических законов нашего измерения. Они не имеют сходства ни с каким из живых существ или встречавших нам до этого оживленных объектов. Они даже отличаются от астральных копий, несмотря на то, что это также происходит из астрального измерения. Шипы чрезвычайно опасны, они спускают волны такой длины, которые расщепляют все органические и неорганические материалы в непосредственной близости, приводя к катастрофическим последствиям. Установление природы этих волн пока не посильная задача по очевидным причинам, однако отдел паракинезиологии продолжает исследование. Полный отчет смотрите файлы жопы. Забракованный эпизод. Когда Маршал взорвала гвоздь, на нее напал совет. Мне это ужасно не нравится. Чекпоинт. Малютка Сифо. Говорит директор Фейден, пришить ко мне рейнджера. Больше никто не слышит дом. Их уши заполнены ложью. Больше никто не слышит. Да, баба. Нам показали путь вниз, чтобы мы помогли, и мы лишь стали жертвами того же паразита. Я должен был раньше разглядеть свою связь между Нортмуром, колонной, пистолетом, идами. Но у нас, брошенных битв за пределами нашего понимания, не было никакой надежды. Я решил вернуться в бюро на верхних этажах, пока прервать мое долгое учинение в основании. Нортмур будет зол, что я ему не подчинился. Такой уж он. Но мне наплевать. Я должен остаться в старейшем доме, чтобы помогать по мере своих сил. Сомневаюсь, что смогу вернуться в бюро на верный курс, но я должен попытаться. Как я мог жить так долго без цели, без служения? Да теперь я уже и не помню, каково это. Я осознаю, насколько благодарен отцу за то, что он наставил меня на этот путь. Хотелось бы сказать ему это. Там какой-то чел висит. Или это Маршал? Это Маршал, походу, он с автоматом. Да, это она. Ну что, босс файт с Маршал будет? Ее можно шмалять, она красная. Да, босс файт с виду. Маршал, ты жива? Скоро ты не будешь узнавать ни нас, ни себя, ни его, ни ее. Семья мертва, и стены рушатся, но... Желтое и красное в глаза. Проклятие. В зеркале перевернуто, кажется нормально. Вы забираете все, ублюдки. Я вам не позволю. Да, Юис, ты всегда была новой собой. Бузер, спасибо. Ты хочешь эту правду. Одолеть Маршал? Она это
еще и снайпера. Вот это меня больше всего раздражает. Послана. Какая помощь? Кто мне помогает? А, вон, в натуре мобы какие-то появились. Я немножко занят. Мне надо расщепить говно. Когда посреди боя начинаешь жрать еду. Примерно то же самое. Собирал этих модификаторов. Так, ладно, что тут у меня есть. Но оно прям жирное. Ну да, 9 уровень, походу, или около того. При уклонении. Скорость захвата. Блин, восстановление здоровья при метании можно было оставить. Ладно. 35 это убрать. Ты этих что-то его хочешь. Еще и адов полно. Все, это нормально такой босс-файт. Я так понимаю, DLC, они на комбат ориентированы гораздо больше. Ой, это она как раз. Она еще и гранатами вон закидывает как массово. Как он делался? Да почему я не могу уворачиваться от нее, коза? Да это отвалит от меня. Да уж, фак. Кто ж знал, что там днище? Ой, это наш. Я еще не видно, но просто в этом фоне вообще ни хера. Я все думаю, что это крип какой-то, а это босс. А, подхилиться чуть-чуть. А наш прям вон летают в воздухе. Бля, я увернулся, лол. Thank you.
Сорости, не могу помочь тебе, Маршал. Значит, гвоздь дрожжен. Теперь понятно, почему не отвечают советы, откуда землетрясение. Маршал пришла сюда, чтобы это остановить. Должна была быть с ней. Могла бы ее спасти. Я еще могу спасти всех остальных. Этот фиолетовый-красный фильтр. Мы очищены, освобождены, радуемся. Основание снова стабильно пробито, в порядке. Надеюсь, ваши отношения и верность станут лучше. Да пошли бы вы. Ой, я постараюсь. Fuck you too. Что ж, будем хитрее. И мне зачем знать, что я их... Там, по крайней мере, пока. Well, fuck you too, а? Так, ладно, куда? Не картографированный зонд. В их прохода есть куда-нибудь? Это что за проход? Куда я пришел, блядь? Какую мне дырку вот идти? Тут раз, две, три дырки. Это дырка? И это тоже дырка. Через нее почему-то пройти не могу. Ориентируюсь по опыту. Здесь нихера. Но пока что нашел одну, через которую можно пройти. Кажется, просто пара зон, откуда вываливались, мобы есть. Вот это или слева, да. Единственное, куда я мог пойти, это вон туда, куда я самый первый раз пошел. То есть я с самого первого раза пошел правильно. Ну. Да, остается только сюда. О, вот этот чел. Исчез. Все потемнело. Почему? Катсцена, потому что. Теперь гвоздь безопасности. Иса его не тронут. Избавиться от астрального прорыва основания я не могу, но, по крайней мере, он не расширяется. Как и с сейсмической активностью. У вас все получилось, Джейси. А вам удалось найти Маршу? Да, она мертва. Она умерла с уверенностью, что спасла бюро. Не самый плохой способ умереть. Я была не готова к этой катастрофе. Мне предвидела ее. Но я обещаю, в следующий раз я буду готова. О, вот это моя пирамида. Что это за директор, который не может сохранить свое бюро? Черная пирамида. The Foundation. Основание. Вот это DLC было. Еще надо еще на лифте прокатиться. Нормальный босс-файт был. Если, правда, еще бы босса было бы получше видно. Понятно, что это босс. Я так понимаю, там либо босса, либо ады были. Я думал, что во всем разберусь, став директором. Но все оказалось далеко не так просто. Я должна направлять бюро. И оно должно служить нашим целям, а не целям совета. Каким бы они ни были. Я должна выбирать курс. Дашь мне управлять игрой, игра? А, ты уже дала мне. Так,
все тут прокачано. Я уже не знаю, рукопашка. Я начал захваты надо делать. Давай его попробую. Дополнительного врага. Ну ладно. А у меня все, очков больше нет. Я уже денег некуда терять. Так, пойдем выберем квест, который называется «Темное место». Удостоверение, пизду их собирать. Дополнительный квест DLC. Что-то там на складе надо полазить. Я знаю, там снизу есть какое-то место, до которого не добрался просто так. Центральное дело. И, сейчас, может быть, у меня костюм, кстати, доступен. Потому что только здесь вот сам на первой точке можно его выбирать. Одежда. Секретарши нету той. Так, и лифт. Лифт. Поехали. Good to see you, man. Сектор расследований. Good to see you, man. И даже ни слова не сказал, просто съебался. Ой. Я не хотел кликать в экран, честно. Ой. Пусти меня. Чё тут так темно? А, о. Следует сектор расследования. Hello? Hello? Anyone here? Есть тут кто-нибудь? Yes, not. Похоже, нет. Твич сдох и не работает? В смысле? Вообще, что ли? Не работает. Да, он, я вижу. Да, он, я вижу. Ой, даже не слышу свой голос. Только чат работает. Все поломато. Я на ноуте работает, я не знаю, сломалось что-то. Что, заработало? Бля, опять читать. Выглядит более живым, чем все остальное бюро. Ну, ништяк, заработал хорошо. Исследование и записи. Расследование в отношении Дарлинга. Начато внутреннее расследование D-084-5 относительно соблюдения руководителем исследовательского отдела доктором Каспером Дарлингом этических норм. Несмотря на отчет анонимных жоп, а не человеческим отношением к своей жопе, которая сейчас содержится в бюро, наши официальные выводы на этот счет неоднозначны. В ходе расследования возникли сложности. Большая часть сотрудников сектора жопы была не сомневлена, что у них находится жопа. Один жопов подтвердил, что кодовое обозначение жопы — жопа. Однако вся документация по этому коду была недоступна из-за наивысшего уровня секретности. Доступ дознавателя к следственному крылу жоп был заблокирован. Кроме того, расследование осложнилось тем, что не совсем ясно подходит термин «человеческое отношение» к параестественным существам. Хоть это и расследование не дает основания выдвинуть обвинение в адрес доктора Дарлинга, рекомендую провести расследование относительно его жопы. Полный отчет смотрите файл 982-0136. Еще один кризис, рабочий день позади. Но проверка не разрешается, приветствуется. Скажи приятелю по упищейке уйти. Приятель, пожалуйста, сейчас же. Я же говорю, подружка наша. Прежде чем начать стать. Следующая задача, глава, этап. Скоро мы будем с тобой, Джесси Дилан Фейден. Запрос Кейси. Уважаемый Рэми Деннис, недавно поступил запрос от агента ФБР с просьбой предоставить все наши файлы, связанные с Bright Falls, а в особенности с исчезновением писателя Алана Уэйка. Поскольку между нашими агентами действует соглашение об изменении информации, я поручил нашим клеркам подготовить пакет предварительно утвержденных документов. Не волнуйтесь, там не будет данных, которые агент ФБР не положен видеть, либо они будут зашифрованы. Но я хочу вас уведомить, что этот запрос мы получили от спецагента Алекса Кейси. Звучит знакомо, не правда ли? Алекс Кейси — это имя главного героя застрашенных детективов Алана Уэйка.
Весьма любопытно, что имя агента ФБР совпадает с именем знаменитого персонажа, придуманного Уэйком. И именно он интересуется делом. Да, понятно. Связано с тем, что выдумка писателя становится реальностью. Думаю, нам стоит обратить внимание на этот факт. Как считаете? Только дайте знать, я начну расследование в отношении этого парня. Дэг Глисон, дознаватель по особо важным делам. Это занятно, вот это прикольно, интересно. Пропавшие агенты. Мистер Кингрунд, 2017 год. Вот новый список агентов, призванных пропавшим без вести и предположительно мертвым в результате вчерашнего прорыва в камере содержания. Агент Джонатан Коннор, исследователь Эзер Круз, агент Каролина Демпси, агент Линдси Малком, агент Чарльз Мюррей, агент Дерек Шах. Письма с обрезанием будут выданы вам на подпись перед отправкой семьям пропавших. Вы получите обновленную информацию после того, как будут проведены дополнительные проверки. Кроме того, по вашему запросу сетевой инженер проверил, для скольких дел имел цифровая резервная копия. К сожалению, значительное количество активных расследований еще не было внесено в архив, поэтому для них существуют только оригинальные бумажные документы, которые остались за просекой. Боюсь, они для нас потеряны. Трактор. Че так много бумаг? Трактор Бэрроу. Трактор? 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 Трактор Бэрроу? Дополнительные материалы. Примечание. Несогласованность действий привела к тому, что тело В. Бэрроу осмотрено местным судмедэкспертом. Уильям Бэрроу, мужчина, европеец, 33 года. Обстоятельства дела. Тело мертвого мужчины обнаружено на его собственном транспортном средстве. Данное вскрытие. Травма, нанесенная тупым предметом. Голова, рваные раны, левое ухо и щека. Травма, нанесенная тупым предметом. Конечности. Вывих. Правое колено. Б. Вывих. Б. Полный отрыв правой верхней конечности и сопутствующий перелом проксимиального отдела правой плечевой кости. Обширная травма абдоминальной области. А. Ссадины и рваные раны верхней и нижней части тела. Б. Полный отрыв многих органов, включая желудок, сердце, печень, поджелудочную железу, почки, а также части толстой и тонкой кишки. Все отсутствуют на месте происшествия. Жесть какая. Выводы. По моему мнению, смерть мистера Бэрроу не является результатом механического действия при аварии. Отсутствие внутренних органов оказывает на атаку животного. Сколько здесь текста в одной сраной комнате? Заинтересованным лицам 2019 года. С огромным гневом и сожалением я подал заявление на увольнение с поста начальника отдела расследования Федерального бюро контроля. Я делаю это в знак протеста против беспрецедентного пренебрежения жоп моего отдела. Мои люди не могут и дальше работать в таких условиях. Все мои предыдущие просьбы и предупреждения были полностью проигнорированы, поэтому теперь я вынужден привлечь внимание своими действиями. И своей жопой. Я считаю, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на вашей и моей и вообще всех жопах, которых изо дня в день игнорировали мои просьбы о помощи в возвращении контрольными частями сектора расследования, изолированных и забывшихся на свободу. Жопа. Я никогда не забуду крик храбрых агентов, умоляющих открыть жертву просеку. Этот позор останется со мной до конца жизни. Жопов предал своих агентов, я никогда не прощу его за это. С уважением, Уильям Кирклунд. Так, наконец. А вот еще одна бумага. Ну ладно, тут просто разъебаны бумаги лежат. Проблемы персонала. Уважаемый Рэйми Деннис. Да, случаи АМС действительно участились, и было бы неплохо собрать специальную рабочую группу для выяснения причин. Однако, похоже, от вас ускользнула одна малюсенькая деталь. У меня, черт возьми, не хватает людей. Если вы хотите, чтобы мы обнаружили, расследовали, анализировали больше случаев АМС, дайте нам больше людей. Это простая математика. Учитывая, сколько народу мы потеряли из-за того случая Хартманом, а также сколько народу перешло в другие отделы после увольнения Кирклунда, мы едва справляемся с текущей нагрузкой. Чего стоит одно только оформление документов на все измененные предметы, оставшиеся в секторе. Другая проблема, как это ни странно, касается переполнения. Мы буквально сидим друг у друга на голове. Этот зал не предназначен для размещения такого количества народу. Несколько месяцев назад мы подали ходатайство о перемещении отдела расследования в более подходящее место. Лучше бы вы занялись этим вопросом. Люди все больше беспокоятся, и вы, как временно исполняющий обязанности Кирклунда, обязаны решить эту проблему. С уважением, агент Грейсон. Так, а зачем здесь это отдельно? Куда ведет этот провод? На освещение, но оно не работает. А есть еще одна вышка с освещением? Нету?
Все, суету навести пора. Да ёб твою мать, еще документ. Это дополнение про документы. Обновление касательного озера Колдрон. Старшему дознавателю Эр Деннису. Это снова случилось. Уже третий раз за год. Кто-то точно имеет зуб на жопу. Конечно, это могли бы быть и еноты. Местные частенько на них жалуются. Но какого черта понадобилось енотам забираться на мониторинговую станцию? Что-то не сходится. В общем, на следующей неделе техника с бюро приедет разобраться с этим. Следующий в списке повторяющихся проблем — персонал следовательской станции Дома Озера. Как прикажете нормально следить за озером жопе, если они не дают мне доступ вообще никакой информации? А, это озеро жопа. Проклятие. Да я даже не в курсе, что они там себе исследуют. Нужно подать запрос, чтобы они поделились информацией с агентами о следующем расследовании. Сейчас же вопрос времени, когда жопа снова нанесет удар. Перданет. Я хочу быть к этому готов. В общем, если кто-нибудь в штабе спросит, почему отчет из Bright Falls в этом месяце несколько танковать, скажите, что мы не смогли снять какие-либо показания. А пока, думаю, мне стоит приобрести ловушки на енотов. С уважением, агенты Ставес. Да, блядь, серьезно? Тут еще три документа. Четыре в этой долбанной одной комнате. А, нет, да ладно, три документа. Все равно, дохуя. Агент жопов. Может, я так научусь говорить быстро много. О докторе Андерхилл. Официальный отчет на находках относительно доктора Рэя Андерхилл. Резюме. Доктор Рэй Андерхилл является профессором университета Вудера в Великобритании, где преподает биологию с упором на ботанику. Доктор Андерхилл однажды работал на бюро по роботаникам в исследовательском секторе старейшего дома. Она проработала без каких-либо инцидентов и выговоров. А те, с кем сотрудничала, включая доктора Дарлинга, они очень лестно отзываются. Нормальный звук, да? У доктора Андерхилл нет известных связей с паракриминальными организациями. Есть паракриминальные организации. Кроме того, с момента ее ухода из бюро не было случаев нарушения договора о неразглашении. Ее гражданское поведение было идеальным, в заключении постоянных личных отношений с доктором Дарлингом, которые, похоже, начались во время их совместной работы в следственном центре секторе и с тех пор периодически возобновлялись. В зависимости от продолжительности ее работы в старейшем доме может потребоваться, чтобы обе стороны подписали форму, дающую разрешение на отношения. Данное расследование не нашло объединенных причин для отклонения просьбы доктора Дарлинга об предоставлении доктора Андерхилл временной должности для поиска решения проблемы с плесенью в зоне соприкосновения. А, да ладно, та девчонка из подвала, это вот Андерхилл, это баба Дарлинга. Полный отчет смотрите в файле 708-5286. Расследование в отношении директора его. С разрешения мистера Кирклунда. Жопов был запущен в жопу директора Захарии Тренчи. У директора Тренчи в последнее время замечены изменения в жопе, в том числе агрессивная жопификация при жопничестве с другими сотрудниками. Однако это расследование направлено на то, чтобы проанализировать эту проблему, и ее не просто ее доказать. Заметные жопы между директором Тренчем и доктором Дарлингом были замечены многочисленными сотрудниками, это, наверное, споры. Бюро. И хотя они оба отказались от беседы по этому поводу, свидетельские показания указывают на то, что предметов и спора являются отделом оставшихся исследований, находящихся там жоп. Тем не менее, нет никаких доказательств, подтверждающих, что жопа директора Тренча выходит за рамки обычных межбизнесных разногласий. Расследование пришло к выводу, что поведение директора Тренча не свидетельствует о его жопе, и его способность руководить не подвергается сомнению. Полный отчет смотрите в файле жопы. И последний документ в этом помещении. Ух ты, прикольный шлем. Я даже отражаюсь, нихуя себе. Тренч, официальное предупреждение. Кирклунд, я начинаю уставать от твоих вопиющих попыток перевалить ответственность за свою некомпетентность на меня. Я знаю, что тебе очень хочется, чтобы твои домыслы оказались правдой. Это ты начальник отдела расследования, ты несешь ответственность за этот провал. А чего ты ожидал, держа опасную особь в секторе расследования? Для этого существует сектор содержания. Они специально обучены для такого и имеют соответствующее оборудование. Фактически они великолепно взяли на себя некоторые функции по мониторингу за АМС, которые твои сотрудники больше не могут выполнять. И это раз за разом повторяется. И не думай, что твое мелочное внутреннее расследование осталось незамеченным. Ты жалок. Все, что я сделал, было во благо бюро. Программа подбора идеального кандидата провалилась только из-за Дарлинга. Вы оба неудачники, строящие против меня заговоры. Вы предатели, но тайное все равно станет явным. И о вас станет известно. Ты решил стать моим врагом, Кирклунд? Ты можешь об этом пожалеть. Захария Тренч, директор Федерального бюро контроля. Нехтерки, да, были? Ну, остается вон туда идти.
Нормально ёбнул. Как светильник прям работает. Недолго, правда. Так, подожди, вот еще здесь, значит, надо посмотреть. Сюда можно вот вставить. Ага. Бля, еще двух. Зачем они так много документов тут раскидали? Что за прикол? Проверка Кейнстоуна. Мистер Кирклунг, как вы и просили, по пути к нашему АМС мы остановились в Кейнстоуне. Я посылаю свой рапорт напрямую вам, чтобы не придавать огласке проблемы дезертиста Грумана и Моралеса. Мы не нашли здесь их следов. Учитывая их репутацию, возможно, они перешли в другую команду, как вы и подозревали. Но мне, честно говоря, так не кажется. Здесь, в Кейнстоуне, определенно произошло событие, и я думаю, что Груман и Моралес стали жертвами. Все население города будто испарилось. Это напоминает ситуацию в Ординариуме, но тогда исчезли только взрослые, если не изменяет память. Здесь же вышло иначе. Я думаю, наши ребята жертвы, а не предатели. Да, если это было АМС, то, похоже, его действие уже прошло. Мы обошли весь город, и единственная странная вещь, которую мы обнаружили, это пометки на различных зданиях. Два пересекающих круга с точкой в общей области между ними. Возможно, это не связано с АМС. Я покажу вам снимки, когда вернусь. Пока же, я думаю, сюда следует направить группу, чтобы оцепить это место, а также кого-то из отдела связи, чтобы начать разрабатывать легенду. С уважением, агент Кином. Ага, ворота должны открыться. А, я для ворот это делал. Я думал, для света. Расследование этичности. Официальный отчет на ход относительно программы основного кандидата. Резюме. С решения Кирклунда было запущено внутреннее расследование P-142-9 о законности программы «Идеальный кандидат». Жопа Федерального бюро контроля. Поскольку все субъекты, относящиеся к расследованию, используют служебную квирилегию отказаться от допроса, нам удалось собрать мало информации из первых рук. Однако анонимные источники, совокупность информации, рассекреченных Кирклом, дают четкую тревожную картину о систематических жопах. Жопы были доставлены в старейший дом и помещены в жопу для изучения истории назначения на должность директора по достижению зрелого возраста. Эта программа не привела к успеху, а имела место лишь в случае травматического обжопления предрасположенных пары естественных способностей жоп. Это не только является нарушением АКТЭШ, но и бросает вызов основополагающим человеческим жопам. Группа, проводящая расследование, однозначно зажопила программу «Идеальный кандидат» и рекомендует ее срочное обжопление. Смотрите файл отчете. Смотрите отчет в файле 982-0136. А это уже где-то ссылка на этот файл, по-моему, была. Может, нет, там, ну, 0136, я по меньшей мере помню. Трактор, порядок действий. Трактор Бэро. Объект не находится во владении бюро, детали неизвестные. Трактор марки Frank Elk. Цвет оливково-зеленый. В последний раз видели засохший на радиаторе крови. Объект способен на ответную звуковую реакцию, рычание, и может двигаться без водителя. Считается крайне агрессивным и опасным. Чего я? Впервые объект попал в поле зрения бюро после смерти Уильяма Бэрроу, владевшего фирмой Бэрроу в пригороде Трентона, штат Техас. Работник обнаружил изуродованное тело мистера Бэрроу под трактором. Сразу по прибытии полицейских трактор напал на них, заставив ретироваться. Панические звонки полиции федеральным властям перехвачены нашими сотрудниками. На место происшествия отправлена группа реагирования. По прибытии агент приблизился к объекту. На эти действия трактор зарычал, словно медведь, в кавычках. При попытке задержания трое агентов получили ранения, а сам трактор скрылся. Продолжаются поиски объекта с воздуха. Что за бред? Из разговора с миссией Бэрроу удалось узнать лишь о том, что вечером накануне пришествия у них с мистером Бэрроу была семейная ссора. Пока неизвестно, есть ли связь между этими событиями. Бешеный трактор? Это будет двигать сюжет. Бешеный трактор? Да сколько можно текст раскладывать, ёб твою мать. Если то дополнение было про комбат, это дополнение про текст, походу. Оценка ситуации с побегом особи. Целью внутреннего расследования X0397 является изучение ошибки содержания особи SI1, повлекшей за собой смерть дохуя агенту. В отчете о проверке защитного оборудования тремя днями ранее какие-либо неисправности не значатся. Следователь подозревает, что причина происшествия может быть человеческий фактор, хотя ни один из отделов не предоставил никаких доказательств. Техникам удалось восстановить из внутренней сети записи исследований об особи. Это, видимо, дата. О,
такой-то там даты особь начала демонстрировать резкое увеличение агрессивности своей жопы. Перекрестная проверка различных записей, сделанных в тот день, выявила только два события, предназначенные ежедневной рутины. Первое. Была произведена замена воздушных фильтров. Два. Второе. За час до инцидента гражданка по имени Элис Жопова вошла на территорию сектора в рамках другого расследования. Смотрите интервью 065 офиса 24. Учитывая их отношение к одному и тому же АМС, похоже, присутствие миссис Жоповой как-то связано с побегом особи и обжоплением. Ведет исследование. Полный отчет, смотрите, файл 623-07-21. Это все про этот... Про трактор. У меня от недостатка кислорода уже голова начинает это... уплывать. Блять. Я не детектив, но могу с уверенностью сказать, что тут что-то произошло. Да. Закрыли тут что-то. И тут этот висит. Да, переход в Ocean View. Благословенная организация. Описание парапреступника. Парабогословенная организация. Резюме. Это лицо или группа лиц действовала вне поля зрения бюро на протяжении десятилетий, а возможно и дольше, что демонстрирует уровень мастерства и осторожности, несвойственной пар криминальным группам. Изучение прошлых случаев выявило различные упоминания об их деятельности на протяжении многих лет. Блин, сейчас надо попить. И подышать. В 2016 году производственная компания «Благословенная кинокомпания» была связана с делом об измененном предмете, а также со смертью агента от воздействия незаконных пароестественных материалов. В 1994 году оратор Честер Блесс, проживающий в Лос-Анджелесе, был причастен к незаконному использованию измененного предмета. В 1988 году компания «Благословенный ремонт и обслуживание» была заподозрена в причастности к делу о предмете силы, возможно, даже создала его. Ни одну из этих компаний частных лиц обнаружить не удалось. Тем не менее, их связь с появлением измененных предметов и предметов силы слишком явна, чтобы ее игнорировать. В отношении любых лиц, предположительно связанных с благословенной организацией, издан приказ об аресте. Полный отчет смотрите в файле 739-0922. Ну, полетели. Do we know each other? Мы знакомы? Это Уэйк? Алан Уэйк? Я чувствую, это кажется мне знакомым. Похоже, я не могу. Забыл. Мне жаль. Я... Меня зовут Алан Уэйк. Это он, да, тот потлатый чел? Да, это он, тот потлатый чел. Кто ты? Они разные. Кто ты? Мы знакомы? Я твой друг Том. Том Зейн. Тебе не о чем беспокоиться. Том? Поэт? А тот ныряльщик? Ты не похож. Это была просто роль, персонаж. Герой, который я играл в своем старом фильме. Я режиссер, автор, как и ты. Мы вместе работаем над этим, помнишь? Творческий союз. Тебе надо выпить. Твое здоровье. Бесконечная тьма. Круговорот движения. Но мы сейчас как никогда близко. Ты писал. Мы нашли способ выбраться. Он сработал в этот раз. Писал? Ты нашел способ? Нет. Я не... Погоди. Кажется, я что-то... Это мой дневник. Он там. Я видел? Да, не о чем беспокоиться.
Я с ним разберусь. Все хорошо, мой друг, я им занимаюсь. Ты встречал его? Какого черта? Ну-ну, спокойно. Ты неправильно понял меня. What the fuck? Это был Алан Уэйк, тот самый писатель, пропавший во время событий АМС, о котором я читал. Что он тут делает? Закрыто, конечно. А еще с ним был Томас Зейн? Поэт? А вот, нет, режиссер. Вечно путаю. У тебя стихи же от этого Зейна были. Или ты их знаешь, или что там, где-то мы находили их. Динь-динь. Че? Вырубить. What the fuck? Да вырубись. Теперь эта дверь открылась. Вырубись. Лампочка перегорела. Доктор Эмиль, тогда посмотрим отсюда. Доктор Эмиль Хартман был в отчаянии. Федеральное бюро контроля украло работу всей его жизни. Отца остался последний шанс, заключительный эксперимент, на который он не решался ранее. Хартман вынырнул в озеро, и его не стало. Ненасытная тьма поглотила его. Превратившийся в нечто, когда-то бывший Хартманом, от него остался лишь слабый отголосок, прерывистые импульсы на автоповторе. Теперь внутри него правила балом жестокая кровожадная тьма. После всплытия на поверхность нечто было схвачено агентами ФБК. Они привели его, что-то там заточили, изучали. Но нечто вырвалось наружу. Оно убило всех, до кого могло добраться. И ФБК отступило. Опечатали сектор. И нечто осталось в одиночестве, скрывающей во тьме, скитающейся, выжидающей. А потом пришло что-то другое. Не тьма, но очень похожее. Звук. Резонанс. Это не стало неожиданностью. Где-то есть одно... Будет и второе. Есть оно, будет второе. Возможно, тьма внутри него могла бы быть невосприимчива, могла оказаться прежней, могла бороться. Могла дать этому резонансу пройти мимо, пройти сквозь нее без какого-либо эффекта. Но этого не произошло. Возможно, потому что со временем тьма стала слабее. Дело было не во... Тьма не подвластна времени. Просто она ослабела тебе связь с своим источником. И произошло превращение. Нечто, когда-то бывший Хартманом, претерпело еще одно изменение. Клац, 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 клац. Absorbed by hungry darkness, became the thing that had been Hartman. Broke loose, killed everyone it could. Lurking, roaming, waiting. Then suddenly. Очень интересное дополнение. Дайте мне пошмалять. What the? Это сломано. Очевидно, надо туда дойти. Ну, там вот хуйня туда-сюда летает. А в какой его части мне надо? Не в эту. И не в эту. А ну вон, желтым отмечено, конечно, кто. Я
Не, на этой стороне что? Там кровища какая-то. Челикс раздавило. Здесь жуткая пустына. Сектор расследований. Почему Уэйк хотел, чтобы я сюда пришла? Уэйк хотел, чтобы ты почитала. Про бешеный трактор. Что-то летает. Вот толчки любимые. О, нашел что-то в толчке. Ура, я нашел еще что-то в толчке. Это не похоже на сквик дома. Да, какая-то хуйня происходит, все дублируется. И думать не хочу, чем это еще может быть. И оно прозрачное все. Прикольно. Так, чекпоинт. Ура, чекпоинт. Конечно, не обошлось без Иисуса, да. Мне больше всего записи Дарлинга нравилось смотреть. Как туда попасть? А, вот так. Нет? Да, вот так. Тайное место. О. Что-то с них хп мало вообще хилится. Болтание ног. Здравствуйте, мои ноги болтаются друг с другом по ночам, и теперь мне хочется ложиться спать в обуви. С уважением, я. Нормально. Шалтай-болтай. Арест Хартмана. Арестальный отчет об аресте. Имя правонарушителя Эмиль Хартман. Имена на пострадавших: Алан Уэйк, Тор Андерсон, Один Андерсон, Хуё-Майо, Рудольф Лейн, Венди Дасол, Томас Эмерсон, Жопов-Жопов. Имя офицера: спецагент Рэми Деннис. Обвинение: статья 4, похищение измененных лиц, один случай. Статья 8, санкции против измененных организаций. Статья 37, препятствие расследованию бюро. Статья 74, нарушение акта Эша, 6 случаев. Дополнительные примечания: имущество нарушителей конфисковано в качестве улики, личные вещи нарушителей направлены в следовательский отдел для анализа.
После прохождения необходимых процедур бюро все жертвы отпущены. Каждый получил предписание о прохождении контрольных проверок дважды в год, кроме братьев Андерсон из-за старости и Уэйк в связи с предположительной смертью. Это еще за хуйня? Направьте мощный источник света на тьму, чтобы уничтожить. Тьма блокирует свет. Значит, теперь придется иметь дело еще с межпространственной шумной разумной темнотой. What the fuck? Ага, значит, свет его выжигает, а? Логично. Мне надо с собой везде еще фонарик таскать. Жопов. Просто обучение, что надо разломать эту штуку. Здесь нихера не дает. А не, вон туда что-то наверх идет. А там туда чего? Есть тупичок для дурачков. Сюда, походу, нельзя, потому что заражение, да? Да. Он сказал, да, детка, тут. А, апельсиновая корка. Вот она опять, апельсиновая корка. Тут. Опа, выброс, новая пушка. Стрелять клейкими боеприпасами, которые взрываются по истечению времени или по команде. У-у-у. Но я пока не могу ее скрафтить. Кому фонариком зарядить? Ой, с растением тут поговорил. There you go. Doesn't that feel better? Не понял. А, в натуре с растением поговорил, ему лучше стало, лол. Теперь я просто могу к рандомным растениям подходить, которым плохо. Так, надо фонарик до собой брать в натуре. Фонарик, вот фонарик. Пойдем. Третий вид. Давай послушаем здесь. Резонанс прокладывает свой путь сквозь нечто, когда-то бывшее Хартманом. Вибрирует, перекраивает весь все на свой лад. Звуки меняют тьму. Тьма меняет звук. И у того и другой меняет оставшееся от Хартмана. И все они превратились в нечто новое. Третий вид. Звук стал темнее. Темнота стала громче. Хартман растянулся. Как растягивается любой, кого вырвали в течение времени. Словно червь сквозь время. Почти как змея, кусающая свой хвост. Как спираль. Как водоворот. Гравитационный колодец черной дыры. Закручивающий внутрь, затягивающий, носящий все глубже и глубже. На дно, в самый центр и сквозь него, на другую сторону. Третий вид сказал, когда ты это услышишь, ты поймешь, что ты в новом обличье. Мы будем тебя строить, пока не останется нечто. Он сказал, под концептуальной реальностью скрываешь за этой реальностью, ты желаешь, чтобы эти волны утащили тебя на глубину.
Он сказал: «Да, детка, тот стус, апельсиновая куртка, корка». Третий вид был монстром. Он разорвал бы в клочья любого обычного человека на своем пути. Теперь он вырывается из темноты навстречу Фрейе. Но Фейден вовсе не был обычным человеком. Чё за хуйня? Как это всё связано? The third thing was a monster. Now we crashed out of darkness toward Faden. Да, детка, тут. Бля, в толчке нашел. Аудиоплеер, серьезно? Напоминание. В конце каждого месяца сотрудники обязаны сообщать о своем рабочем времени. Федеральное бюро контроля не считает время субъективным. Часы, проведенные в других измерениях, учету не подлежат. При астральных погружениях компенсация за сверхурочную работу не рассчитывается. Благодарим за внимание. Вообще-то хуйня какая-то. Здесь не учитывается время в астральных измерениях. А если я там месяцы провел, а для вас прошел полчаса? Несправедливо как-то. Я понял, это дополнение про графоманство. Тут. Жалобный допрос. Кирклунд, значит так, да? Ты посадил меня за бумажную работу только потому, что я сделал то, ради чего меня, черт возьми, наняли? Мою работу? Ты хочешь знать, что я думал по этому поводу? Чушь собачья, вот что это. Вот это что? Допрашивать этих подонков, не используя слова типа «измененные предметы», «АМС» или «паракриминальные». Это наитупейшее требование, которое когда-либо слышал. А я уж, поверь, повидал немало тупости. Они уже и так все знают, черт возьми. Да они знают столько, что КМИ, если не больше. И они просто сидят и смеются нам в лицо, глядя, как мы танцуем вокруг них, подбирая слова без запрещенной терминологии. Они уже знают эту гребаную терминологию. И если ты думаешь, что остановишь меня, отстранив от дела, то ты чертовски ошибаешься. Эта сволочь взорвала железную дорогу, убила всех этих людей, и все для того, чтобы превратить поезд в измененный объект. Мы поймали его на горячем, схватили прямо на месте преступления, и ты просто обязан дать мне вернуться в комнату для допросов. Я заставлю его выдать своих сообщников. Эти не люди, террористы, они заслуживают соответствующего обращения. Террор не прекратится, пока мы не остановим их. Ты можешь попытаться отстранить меня от дела, но поверь, это меня не остановит. Агент Хьюит. Ой. О. Ахти. У него он тут задание мне наставлял. Тьма повсюду. Воздух здесь становится плохим. Растения здесь умерли стоя. Пируппарат. Освети их. О, еще и растения. Ладно, так позаботься о наших новых друзьях. Вот это хороший квест. Да, тут все в темноте, блядь. Долбанное дополнение. Обзор сотрудничества НАСА. Сотрудничество между агентством относительно НАСА. Резюме. В соответствии с соглашением о координации между НАСА и ФБК, подписанное в 1972 году, бюро предоставило НАСА многочисленные технологические достижения, основанные на наших исследованиях, включая внутреннюю обшивку из черного камня, которая теперь применяется во всех космических кораблях. В свою очередь, исследователи бюро могут анализировать все данные, собранные во время космических экспедиций. Недавно кое-кто поднял вопрос о том, что такое сотрудничество не приносит бюро сколько-нибудь значимой пользы, ведь будь то интеллектуальное или материальное. Тщательное изучение расходов, понесенных обеими организациями, показало, что расход НАСА на последний запуск жопы в космос значительно превышает любые расходы, связанные с разработкой и доставкой черного камня. Со своей средней околоземной орбиты жопа станет для бюро беспрецедентным инструментом для удаленного наблюдения и фотографирования мест МС.
и этот инструмент будет утерян, если сотрудничество прервется. По мнению этого комитета, сохранение сотрудничества с нашими коллегами из НАСА имеет жизненно важное значение для бюро. Полный отчет смотрите в файле 381-4812. Графоманство. Официальный отчет о находке черный рынок измененных предметов. Дознавателем по особо важным делам был совершен обыск центра в Жопе, Чешская Республика. Жопрле. Нет, это где-то в другом месте. Занимаешься незаконной торговлей оккультными талисманами, реликвиями и другими церемониальными предметами, а также измененными объектами по естественным материалам. Неудачные попытки подозреваемых убежать, используя измененные предметы, привели к многочисленным жертвам и не позволили бюро допросить всех участников. Последующий допрос позволил выяснить, что существует разветвленная сеть подобных торговцев и что они, похоже, собирают информацию об измененных предметах и других материалах из интересных бюро источников. В связи с этим три факта вызывают небольшое опасение. Наибольшее опасение. Первое. Существует растущий нелегальный рынок естественных предметов, что подразумевает растущую несведомленность их и об их существовании среди узкой группы граждан. Второе. Судя по всему, эти преступники не обладают точной информацией о естественных свойствах предметов, и их попытки активации мог оказаться разрушительными, особенно в густонаселенных районах. Третье. Цели и мотивы этих лиц в основном неизвестны. Полный отчет смотрите в файл 5120221. Ой, в этом толчке что-то есть, ты смотри. Джекпот какой-то. Так, беру свой дружок фонарик. Кажется, все это дополнение надо бегать в темноте. Агент Фишер. Что-то там мотель. Применяю следующий метод наблюдения. Оптоволоконные камеры просунут щели под дверями, ведущими в отдельной комнате. Детекты движения в вестибюле. Контактные растяжки у главного входа, активирующие импульсные фотокамеры. И даже пудра для снятия отпечатка пальца на стойке регистрации. Результаты в лучшем случае неоднозначные, но в большинстве случаев просто... неубедительные и непригодны для анализа. Записи испорчены. Иногда поражает даже оборона. Я даже думаю, это место просто издевается надо мной. Это самое разумное объяснение. Я слышу, как они смеются или качаются за закрытыми дверьми. Я слышу, как звонит звонок у входа по много раз каждый день. Но когда я иду туда, там пусто. Я знаю, что не должно быть на виду, но я видел, как дверь захлопнулась буквально за секунду того, как я успел хоть краем глаза увидеть там кого-то или чего-то. Они издеваются надо мной, кем бы они ни были. Я думаю... Стоп. Там что-то есть. Я должен достать... кабель. Ну же, давай, оптоволоконную хрень, скорее. Вот, так-то лучше. Все. Потрясающий контент. Так, ладно. Звук был еле слышимый, но я определенно его слышал в вестибюле. Думаю, в этот раз он попался. Ха! Камера, лучше бы тебе работал в этот раз, или клянусь, я тебя. А? Что? Эй, кто здесь? Мать твою, Федеральное бюро контроля. Отойди от двери. У меня есть... Черт, где мой... Все. Вообще он еще играет. Плеер еще крутится. Но звуков никаких там нет. Так, ладно, пойдем на второй этаж. С моим дружком фонариком. Куда мне электричество сунуть? Даже не знаю, что у меня болит, рот или щеки, или все вместе. А, вот сюда его сунуть.
Блядь, еще один плеер. Еще одна кнопка. Еще какой-то документ. Сводка по Eagle Limited. Eagle Limited, АМС-44. Сход поезда с рельсов, повлёкший с собой 62 смерти и многочисленные травмы, предположительно является результатом деятельности паракриминальной группировкой у жопов. Жопалика. Агенты обнаружили, что в результате этого события в один из вагонов превратился в измененный объект, обладающий постоянным аудиальным эффектом. Пока неизвестно, было ли возникновение АМС спонтанным или является прямым следствием диверсии. Реагирование. Бюро ввело наблюдение за вышеозначенной группой и в результате анализа собранной информации пришло к выводу, что событие такого масштаба неизбежно произойдет в Блумингтоне. В результате группа агента на месте смогла отреагировать на крушение поезда в течение нескольких минут. По прибытии они обнаружили не только произошедшую аварию, но и оборудование, оставленное подозреваемой группировкой. На месте был замечен подозрительный человек, наблюдающий за происходящим. При попытке агентов заговорить, он скрылся. При дальнейшем расследовании на месте катастрофы был обнаружен уцелевший удивительным образом вагон. Когда агент входил в него, вагон демонстрировал измененное состояние. Этот вагон был отделен от остального состава и переведен в сектор для расследования для внешнего изучения. Мое понимание тьмы отрывочно, неполно. Это пропасть, это пустота. Она очень не хочет, чтобы ее понимали. Если свет — символ знания, то тьма приравнивается к невежеству. По своей природе тьма противится осмыслению. Моя же природа заставляет меня понимать и осмыслять все. И мои противоборствующие стороны, которым суждено столкнуться. И учитывая противостояние стихии света и тьмы, мы знаем, что свет истины сожжет тьму. Как образно, так и буквально. Любой сколько-нибудь значительный источник света может служить защитой и даже оружием против этого метафизического мрака. И еще эти творцы. Я точно знаю, что и Том, и Уэйк, и братья Андерсоны, и Лейн связаны с тьмой. Вопрос в том, притягивает ли тьму их сверхъестественная способность влиять на реальность с помощью своего творчества? А может, это их работы как раз и создали тьму? Теперь, когда Уэйк в моем домике на озере, думаю, я стану ближе к получению ответов на эти вопросы. Конечно, если он будет сотрудничать, хотя с этим пока проблемы. Ну что же, терпение и настойчивость — залог знаний. Это был Хартман. Кстати, пора мне на обход. То он там вроде тонул или что? Да, блядь, еще. Следование запись. Тень. Исследование параестественной сущности тень. Параестественная сущность А010, называемая тенью, является агрессивной жопой. Бывает трех типов. Тип А. Локальное проявление разумного обжопления. Способно захватывать органические и неорганические материалы, а также оказывать обжопничество на окружение. Тип Б. Темные особи. Жопы. Тенью человеческие тела. Эти люди становятся намного более агрессивными, но, похоже, сохраняют жопу о своей прежней индивидуальности. Продолжается исследование потенциальной обратимости этого состояния. Тип В. Темные предметы. Похоже на тип Б, однако неодушевленные предметы жопы являются исключительным инструментом для разрушения. Похоже, что каждый тип работает на достижение общей цели, возможно, направлен на некоторых лиц АМС-35, что может означать общую связь с жопой и их разумом. Угроза, которую представляет эта сущность, требует начать немедленный... Чё? Угроза, которую представляет эта сущность, требует начать немедленный поиск мер для защиты и уничтожения. Сектор расследования в настоящее время оснащается дополнительными источниками освещения, некоторые из них с независимым питанием, что позволяет быть готовыми к возможному пиздецу. Полный отчет смотрите в холле 634-1923. Воу! И вон солдатики появились. Пойдем вам пизды давай. Наконец, замес.
кто-то есть. Выходи, мужик, ко мне. Рейнджер Рис, летающие. Этот подвид зараженных Рисами рейнджеров демонстрирует способность левитировать подобно возвышенным Рисам агентам. Однако эти летающие рейнджеры не проявляют телекинетические способности, по-прежнему используют стандартное оружие бюро. Эта эволюция очень похожа на возвышенных и возможность действовать по способности Рисов делиться перми-мутациями посредством своего рода сети или осмоса. С другой стороны, факт того, что такое развитие получили лишь рейнджеры и секторы расследования, может действовать о влиянии фактора окружающей среды. Возможно, это реакция на измененные предметы или другие проестественные элементы, которые находятся только в этом секторе. Либо это естественная эволюция фенотипа рейнджеров и исов. Прошло недостаточно времени, чтобы однозначно определить траекторию развития каждого из воплощений исов, если, конечно, считать, что такая траектория вообще существует. Полночет, смотрите, файли жопы. А кто пишет эти документы? Я, что ли? Как директор? Чекпоинт. Побольше бы комбата. Батяня, батяня, комбат. Я кашляю? Что-то мне нехорошо. Будто что-то во тьме высасывает мои силы. Подожди, а фонарик нельзя с собой взять? Где мой дружок фонарик? Я выкинул во время комбата, да? Я его теперь не найду, наверное, в этом замесе, да? А, отстой. А, я наверху его оставил. Нет? Я его кинул сразу в них. Блять, ладно, придется проходить. Ты бы знал, как я сдерживаю, чтобы не смеяться твоих жопа жопных. Ты там работаешь при этом. Да там пиздец, блядь. Ты видишь, сколько текста графомания? Это тут дополнение про автора и читаю. Реально графомания. На одном ухе, блядь. Но походу как раз для сегодняшнего дня дополнение. Да, тьма, нихера не видно. Мне нужно найти где-то пару источников. А, наверное, наверху они. Ну, в зеркале, наверное, видно. Все равно. Там жопа у тебя в ухе. Бля, ну еще и свет вырубился. Ну и что теперь? Щет. Хартман растянулся. Что за чертовщина? Поглощенно не насыть тьмы тьмой. Ну же, лифт, скорее. Доктор Эльмин Хартман был в отчаянии. Фак, у меня босс. Активировать ее. Это же хуйня, походу, прямо из этого, да? Из Алана Вейка. С рогами. Куда дальше присунуть-то надо, не пойму. А вон туда. Не играл, не смотрел даже. Ну и правильно, я думаю, игра фигня.
Но он что-то не нападает на меня, просто ходит там, орёт что-то. Я его спрятал за волос. А, ну не, ну лицо-то твое видно все равно. Сейчас, я забыл, куда сунуть мне надо. Вот сюда, вот сюда. Активируется ощущение, что победить существо. Бля, тут еще дневник. Давай дневник почитаем. А к докторе Хартмане. Доктор Эмиль Хартман, ученый-психотерапевт, который владел центром жоп в штате Вашингтон и работал в нем. Центр жоп. Этот центр занимается лечением творческих личностей, страдающих творческим кризисом и другими психическими нарушениями. Публичная деятельность лечебного центра доктор Хартман по своим методам и назначениям была непримечательной, однако в частном порядке доктор Хартман экспериментировал со своими пациентами, используя любые скрытые... Да, лицо видно. Ну, что, лыбишь? Лыбы-то тянешь, наверное, или что? Используя любые скрытые... Центр жоп. Любые скрытые жопы способности, которые они обладали, чтобы изменять жопу для собственной выгоды. За это впоследствии ему был присвоен статус парапреступника второго класса. Примечание. Более подробная информация о связи между творческими личностями и их способностями к жопификации реальности посредством творческих носителей доступна в файле хуй знает каком. Расследование показало, что свою незаконную деятельность доктор Хартман осуществлял в одиночку. После контакта с бюро в ходе расследования его жопы он не проявлял никаких каких-либо угрызений совести или намерения прекратить свои действия. Доктор Хартман был взят под стражу, а через сколько-то дохуя месяца был выпущен, поскольку исходившая от него угроза была оценена как незначительная. Его врачебная лицензия была навсегда аннулирована. Во! Так-то лучше. Вот он, доктор Хартман. Ля-то урод. Да, ну как тебе нравится, бич? Аркадные автоматы? Шум. Шум? Шим. Шум? 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 А, пофиг. Контроль толпы, дедлайн. Чего? What the fuck? 5 маги? Да, блин. Контроль, вас что ли выжить? Удачи. И чё, опять это рогалик в игре? Я не слышу, кто там ответил на мои сообщения. Ну, типа это. Лобу-то все равно видно, наверное. Мужик, все, контролирует там все. Да, меня сейчас убьют. Ну вот. Я сейчас подохну. На первой же волне, да? Так, где этот фокусник летающий? А, он сидел с закрытыми глазами, кайфовал. Свезло, свезло. Нет! Прикол, когда тебя голову моет, там они ничего не делают. Можно закрыть глаза и реально кайфовать. Ах ты ж мразь. Так, мужик, ты термой. Иди кого-нибудь пизди. Куда он делся? А вот. Security. А вот еще один. От меня. Блин, здоровый.
Ну, уже не первый раз такое. Ну, многие, да, приходят почилить. Я чувачка в толчке запер. Да опять он вниз упал. Притурушный. Да, еще один. Головой в унитаз, да-да-да. Мочить. Сферу надо херачить. Последний был. Жертву. Долго он у меня действует, полностью прокачанный. Я, правда, понятия не имею, что он умеет. Когда трупиками кидаешь, да, охуенно выглядит. Они еще как-то, у них хитбокс большой, они дамагают прям нормально. Именно, ну типа, большую зону.
Вот эти взрывные еще прикольные ими кидаться. О, да? А, нет, я не прошел. Где враги? Где враги? А, во. Где враги? Наверное, где-нибудь в толчке застрял опять. Вот. Давай мы тебя завербуем. Все, теперь ты... А, это снайпер был. Вот, я понял, что делал. Так, я сваливаю отсюда. У меня на центр, там хил лежит. Жмыхнуло. Прям взрывная волна сильно. Еще один бронированный. Место открыто, они нормально откисают. Так, опять бронированные где-то гранатометчики. Могу долго кидаться, походу. Я уже долго им кидаюсь. Даже я хочу его взять. Бля, все, не могу. Прошел. Ой. С ногой на столе. Ух ты! Нас насыпали кучу модов. Современные игры такие реалистичные, да. Вот. Игру в игре, смотри, ты еще есть. Контроль толпы, дедлайн. Да, пробуем дедлайн. Сейчас чувствую, меня где-то разъебут тут.
Ваша цель — уничтожить 50 врагов до того, как закончится время. Каждое убийство здесь надо на скорость. Каждое убийство увеличивает, видимо. И тут DLC про графоманство. Бесконечно надо читать, но тут я вот что-то нашел. Веселуху какую-то сейчас. Вот, занимаюсь веселухой. Какой-то автомат типа игровой. Нет, то же самое. Выглядит. Но там бегал чуть директором, мне не понравилось директором. Я вернулся к стандартным вещам. Так, у меня тут что, предел еще? Нет, не предел. И тут еще какой-то еще один режим есть. Или уже нет? О, есть. Контроль толпы, испытания, дедлайн. А, а что за испытание? Это типа усложненное? Жесть должна продержаться длительное время против все более сильных врагов. С виду еще сложнее, чем в первый раз будет. Нашел, да, врага там.
снайпер. Нет. Кого ты стреляешь? Да, тут больнее гораздо. Пошла я работать, короче, давай. Блин, я сам себя, да, как обычно убиваю? Больше, чем кто-либо другой. Там себе злобный Буратино. Да. И тексту играли? Да, я играл. Ну, мы с Коди уже прошли давно-давно. Все, громко я просто не слышу. Ну как давно-давно? Ну когда-то прошли уже, короче. Когда она уже не новая была. Ну, может, по второму кругу можно как-нибудь. Не, ну я там помню все загадки, поэтому легко можно просто будет. Ну да, там что-то есть, но типа оно достаточно просто все решается. Даблхилл сейчас сделал. Выбор Гертогеда, да, все части трели, сколько их там. Дай Скоди все эти коупы игры прошел уже. Мы же все обыскали, что можно было поиграть, уже ничего не осталось нормального. Коди это кто? Ну, короче, это мой кореш, я не знаю, ты, наверное, не видел даже его. Мы уже давно с ним все это прошли. Ну, тоже делать нехер было, давай коп какой-нибудь поиграем. Заебались, какую хуйню дрочильню играть. Прошли все эти сюжетные загадки. Ну, не только, что там было. И про двух этих маленьких родителей, как они... Там одного из персонажей как раз звали Коди. Он и играл за Коди. С этими с родителями, да. Там не так много хороших игр, которые типа сюжетные про это. И с кооперативом. Там джойстик нужен, да вроде нет. Я сейчас не помню, вроде бы не нужен был. Автомат, не против ничего.
по-моему. Кое-что пиратки, кое-что в стиле. We were here together, все кроме одной части, да, официальные. А вот последняя часть, которая большая, ее мы это начали в интернете. Ой-ой-ой, больно-то как. Да, первая часть. Первые две части, они, в общем-то. Короче, последняя часть, которая вышла, она сильно отличается, прям заметно. Там как будто не логические, а дрочильные всякие с цветами загадки. Если там раньше все символы было, то потом стало как-то все с цветами. Как будто другие люди ваш делали. Я не знаю. Может быть, из-за того, что перерыв большой был. Прям сильно отличается. Ну, лично мне последняя меньше понравилась, чем первая часть, а вот Коди наоборот. И я подох. Я не помню, там последняя часть, но там с цветами была. Там в основном цвета, там какие-то ворота цветные, красные, желтые, и что-то там зеленые, еще что-то. Ладно, я понял, что это за автомат. Этот не работает. Шум 2, не. Первый работает, второй не работает. Ладно. На лодке плывешь? Я забыл уже. Я помню, там какой-то мост был. И символы. И вот этот мост я помню, да. А так, чтобы что-то прям запомнилось, не особо не помню. Так, куда этот говнюк уплыл? Вот сюда? Да, наверное, сюда. Да, вот сюда он ушел. Да, надо еще немного погофроманствовать. Торговый автомат, порядок. Блин, двора, да, торговый. Блин, сейчас, может быть, да, про разные говорим. We were here forever together. Forever. We were here forever. Вот это последняя игра. А, или стой, я... Не, мы, кажется, в неё-то и не играли. Мы играли там что-то зимний... Что-то зимняя экспедиция какая-то была. Там какие-то алхимии мы какой-то занимались, что-то такое. Или это просто скриншот так подобрано, что не помню этого. Together forever. We were here expeditions. We were here, это есть. We were here too, это есть. We were here together. Во, вот это мы недавно прошли. А, и вот еще есть We were here forever, это новое. Ее мы не играли. Еще есть We were here expeditions the friendship. Вот это мы тоже не играли. Ну, то есть две игры из этой франшизы еще есть. Как-нибудь надо будет пройти ее, да. Так, ладно, давай я дочитаю, и я, наверное, сделаю перерыв, потому что я устал. Устал читать. Это дополнение сраное, оно про все про чтение. Первое дополнение было все про комбат или какие-то галимые туннели. А это все дополнение про чтение, чтение, чтение. Тут в первой комнате 5 раз прочитал, во второй комнате еще 5 раз прочитал. Господи, это такое... Ладно. Ну, это потому что типа про Алана Вейка, а Алан Вейк типа писатель, поэтому графоманство, я думаю, поэтому. Так, торговый автомат, неизвестно. Проводятся проверки объектов сектора исследований, расследований. Торговый автомат с передней панелью под дерево, оснащен монет-приемником и кнопками для выбора товаров питания. Объект создают и хранит в своих лотках различные съедобные и несъедобные материалы. Первоначальный тест показали, что объект не реагирует на мысли ближайшего к нему человека и создает то, чего человек подсознательно хочет. Попытки заставить объект создать живое... жопа, не увенчались успехом.
Объект был обнаружен в доме престарелых в Жопе в Альберте после того, как один из постояльцев по имени Маруэль Жопов обратился в местный телеканал с рассказом о волшебном торговом автомате. В новостном сюжете говорится, что сотрудники дома престарелых намеренно ставят автомат, качественную еду и различные предметы, чтобы поднять дух пожилых людей. Группа реагирования бюро поддержала эту историю во время конфискации объекта. Аркадные автоматы шума. Вот сейчас я вот в это играл. Оба объекта были куплены в закрывающемся зале игровых автоматов в Жопе, Мичиган, в рамках программы по улучшению качества отдыха и развлечений сотрудников. Программа была свернута прежде, чем игровые автоматы начали использоваться сотрудниками старейшего дома, но все же измененная природа этих объектов была обнаружена. Дополнительный материал. Научные команды из сектора исследований выразили повышенный интерес к данным объектам в связи с тем, что эти объекты демонстрируют измененный эффект только когда находятся рядом. Зависимость одного измененного предмета от другого ранее не наблюдалось. Смотрите статью научного специалиста Поупа про чувствительность последовательности для более подробной информации. Однако после того, как измененное состояние предмета было доказано, сотрудники сектора расследования настояли на том, чтобы сохранить их, поскольку, по их словам, эти объекты важны для поддержания морали в секторе. На данный момент сотрудниками сектора исследования были поданы многочисленные заявки для перемещения вышеозначенных измененных объектов к ним до более глубокого изучения. Уа! Так, мне надо, может быть, до чекпоинта дойти. Этот чел, злодей, убегал в эту дырку. Тут что-то все про тьму. Бля, опять графомамс. Вот, смотри, еще одна штука почитать. Сценарий Night Springs. Примечание. Сценарий был обнаружен после того, как бюро прибыло релоу права на сериал Night Springs и сценарий всех предыдущих эпизодов. Похоже, Аланом Вейком написан текст в качестве пробника, чтобы стать одним из сценаристов шоу. Пробный сценарий Night Springs. Эпизод «За порогом темно». Алан Вейк. Ведущий, голос за кадром. Человек устроен так, что стремится контролировать те силы, которые его окружают, и даже больше, обладать ими. Но что, если эти силы предназначены не нам? Что, если они не принадлежат даже этому миру? Что, если эти силы заключены в предметах, которые вы можете обнаружить в Night Springs? Место секретной лаборатории «Ночь». Мы находимся в секретной лаборатории. На большой вывеске на стене написано «Федеральное бюро Night Springs». Ученый. Директор, я же сказал вам несколько раз, проект еще не готов. Директор, проект будет готов, когда я так скажу, док. Ученый, существо по ту сторону портала. Мы не можем его контролировать. Чё за хуйня? О, лут. Это мне. Так, тут я был. А, ну тут эти автоматы стоят. А, кстати, во второй-то можно поиграть? Шум 2. Формер, якорь, эссендж, лабиринт пепельницы. Это, наверное, с боссами опять поиграть. Да, победить формера. А, Лола, я перехватил его глаз. Да-да-да, босс Платос. Но он как бы, этот чел один из совета. Там вот этот совет, который дает задание для директоров. Или директора. Что такое? На-на. Он изгнанный или что-то такое. Ебой. Тырын. Тут, походу, можно босса повторно валить в этом аппарате. И вон они кучу говна насыпают за это. Че, второй раз нельзя играть в него? О. Якорь. Вот якорь босс прикольный. Ну, поменьше мне покался. Ой, игра вылетела, походу. Или зависла. Меня слышно вообще? Да, игра вылетела. Ну ладно, это знак. Это знак. Если игра вылетела, надо закругляться. В общем, GG's. Пойду я.
Скачаю Робокопа, наверное. В общем, до свидули. Чао, адиос, пока.